Сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, на ель ворона загромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да, призадумалась, а сыр во рту держала, на ту беду лиса близёхенько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Вот так, как дерево на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывай так право сказки, какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещу не наспохвал, скружилась голова, от радости в зову дыхание спёр. И на приветливо лисицыны слова ворона каркнула во всё воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова.